Всем привет, с вами Руслан. Сегодня у нас небольшая распаковка и тут же будет ремонт. На ремонте планшет фирмы Digma. Моделька у нас CD Octa 10 или CS1219PL. Что сказать о планшете? Планшет у нас вот в таком состоянии, разбито и стекло тачскрина, и дисплей тоже у нас разбит. Будем менять все вместе. Но если дисплей подойдет, потому что дисплея на данную модель у меня нет нигде. Я нашел похожую, заказал с AliExpress. Ссылки на запчасти будут в описании. Из интересного у нас здесь, судя по всему, стеклянная крышка и 64 гигабайта встроенной памяти. Что для Digma это прям очень интересно. Первый раз вижу, чтобы Digma делали что-то подобное. Разберем планшет, разбирается он элементарно. Снимаем крышку, вот так она выглядит. Антенку я уже отклеивал, когда-то тач тоже у меня отцепленный. Отключим питание, отключим шлейф, вот этот. И в принципе у нас планшет подготовлен к проверке дисплея. Вот такая посылка у меня есть, здесь должен быть дисплей. Написано у нас Tablet LCD and Panels. Полкилограмма, ну нет полкилограмма здесь, и написано $5, ну китайцы как обычно не умеют оценивать свои посылки. И кстати говоря, посылка пришла мне в Пятерочку, что меня прям шокировало. Я первый раз получаю посылку из Пятерочки, прямо с кассы. Здесь у нас дисплей не от этого планшета, но похожий. Сейчас попробуем подкинуть. Вот такой у меня кинжал есть. Китаец упаковал хорошо. Все замотано таким утеплителем. Сейчас все вскроем. Кстати, стоит дисплей недешево. Стоит дисплей прям хорошо как. Честно говоря, не помню, но по ссылке пройдите, посмотрите. Цена у него прямо такая. И обычно я такие планшеты не делаю, говорю, чтобы покупали другой. Но тут планшет новый, прям новый, то есть его недавно купили. Посмотрел стоимость планшета, как бы, ну, тут есть смысл заниматься, заказывать в Китае дисплей и менять его. Если планшет как бы старый, то смысла делать нету. Вот так вот утеплитель у нас есть. На пол дома постелю. Здесь же у нас пенопластовый бокс. Прям китаец заморочился. Ну и как бы запчасти не дешево. Поэтому перестраховка не лишняя. Учитывая, что это все равно ехало почтой России, я бы заколотил деревянный бокс. Так, убираем верхнюю крышку. Здесь стоять, не выпадывать. Здесь у нас еще проложено. И еще замотано утеплителем. Таким плотным утеплителем. Прям так вот, правда, он выпадает с него. И что мы видим? Планшет-дисплей у нас с пятнами. Судя по всему, снят с какого-то нерабочего планшета. Теперь подкинем его. Прям так, наверное, если получится. Надеюсь, получится. Вот так вот сейчас сделаем. Так, там бы не приклеится. Кто не видит. Приклеиваемся, блин, случайно. Подстегиваем шлейфик. Распиновка такая же. Я по распиновке искал, чтобы примерно похожий был. Ну, как бы китаец тоже откликнулся, сказал, что должно подойти. Ну, не знаю. Китайцам верить тоже как бы особо не надо. Сейчас пробую включить. И... Что, не нажимаю? Так. Подсветка, по-моему, горит. Но картинки я почему-то не вижу. Да, подсветка загорелась. Интересно, почему? Может, шлейф не доключил. Может быть, ревизия дисплея не подходит сюда. Что вряд ли. Потому что подсветка загорелась.
Так, дубль 2. А, господи, у меня вот здесь шлейф выпал. По ходу дела, когда я тот дисплей дергал, шлейфик у меня отскочил. Ну-ка, дубль 2, пробуем включить. Да, есть картинка. Смотрите, картинка есть. Блин, не прогадал, купил правильный дисплей. Ссылочка для дисплея в описании, повторяюсь. Именно на эту модель она подходит. Дисплей от другого планшета, от другой модели Enigma. И вторая у меня есть посылочка вот такая вот. В таком же мусорном пакете. Сейчас ее за камерой вскрою. Пакет выброшу. Чтобы вам сразу показать. Вот картинка есть, инверсии даже нету. Красота. Ну, единственное, что, судя по всему, снятый дисплей. Дисплей откуда-то. Потому что он не может быть такой грязный дисплей. Новый. На экране, кстати говоря, пленка наклеена. Транспортировочная. Блин, ну, китайцы, конечно, молодцы. Когда надо, хрен упакуют, когда не надо. Вот смотрите. Перевязали все, прям вообще все перевязали. Так, это сбрасываем. Здесь у нас, опять же, господи. Слышали, даже звук не противный. Странно. Для Enigma прям вообще это что-то. Снова утеплитель. Такой плотный, хороший. Я его не выбрасываю, пригождается. Я посылки отправляю в нем же. По России. И у нас тут Touch. На него ссылка тоже в описании. Touch это от этой модели 100%. Только к этой модели подходит. Что, картинка есть? Есть. Отключаем Питалово. Я отстегну вот отсюда шлейф. Не буду я отпаивать аккумулятор. Страшного ничего не будет. Здесь подсветка не сгорает. Можно заниматься прямо так. Аккумулятор у нас вклеенный уже. А Touch еще, по-моему, нет. Я вот не помню, честно говоря. Давайте сейчас попробуем. Я с собой ничего не взял. Я не в мастерской. Но планшет надо уже отдавать. Пробуем Touch подковырять. Этот планшет не перестает меня удивлять. Прям решение не свойственно для Enigma. Чумовой скотч, который прям намертво держит Touch, еле оторвал без нагрева, тут делать нечего. Здесь прям все так цивильно сделано. Все на шлейфиках, все отстегивается. Прям для Enigma это что-то новое. Извиняюсь. Такое чувство, как будто делает это не Enigma. Вот такой у нас дисплей тут битый. Мы его, естественно, мусорку он нам абсолютно не нужен. Берем новый дисплейный модуль. Я говорю, все уже собрал. Новый дисплей берем. И вставляем его в нашу старую рамку. Рамка довольно мягкая. И, в принципе, защелкивается все так свободно. Главное не переусердствовать. И не покоцать. Там у нас хлястик, чтобы снять пленку защитную. Блин, сразу наружу. Вытащим, чтобы потом вытянуть оттуда. Так, все. У нас дисплей лег. Вот так вот я плату маленько снял. Так, шлейф я пущу поверх аккумулятора. Не буду под низ аккумулятора его пускать. Тут у меня стекол куча целая. Так, сорян. Надо думать, если не думать, чудо не произойдет. Стекла эти сдуть, чтобы не мешались. Возвращаем на место нашего подопытного. Так, плохо, что скотч у меня остался на старом дисплее. Кнопочки тоже сейчас на место прикручиваем, пока не буду. Сейчас для начала проверим Touch. Так, антенка у нас вот здесь.
ее вернем обратно, чтобы сеть у нас не потерялась. Сразу подкинем шлейф дисплея, чтобы не забыть, как в первый раз, вполне можем забыть. И теперь давайте проверим тач. Я приоткрываю маленько просто, чтобы шлейф освободить. Сейчас. Шлейфик освободим. Вот так вот это выглядит. И стыкуем шлейфик с рамкой. Можно, в принципе, уже включать. Там обычный тач у нас без контроллера. Контроллер распаянный. Поэтому ничего страшного не будет уже. Так, вторая антенна мне вот мешается. Очень сильно она мне мешается. Надо ее отсюда отклеить. Так, берем это вот сейчас место. Она у нас была вот здесь. Все, место вернули. И тач. Тач подкидываем. Так, все, тач подкинули. У нас планшет тем временем уже пытается стартануть. И стартанул. Ну, тач работает. Смотрите. У нас там ничего, правда, нету просто. И тач вполне работает. Все нажимается. Попробуем на отрывание. Нигде у нас значок не отваливается. Тач полностью корректно работает. Интересно. Хороший тач попался. Ну, в принципе, на Дигму один раз попадалось, что тач был такой корявенький. Ну и то он работал как бы через раз. Там согласились, оставили его. Так, что теперь? Теперь у нас, я его выключил через кнопку сброса. Сейчас мы снимем тач. Снимем тач отсюда. Так, перевернем. И надо нам остатки стекол убрать. Сейчас я стекла остатки уберу и продолжим. Стекол мы убрали. Рамочка у нас чистенькая. Здесь маленько клей остался, но там не критично. Скотч не клей. Теперь нам надо снять защитную пленочку вот эту. Посмотрим, насколько чистый дисплей под ней. А под ней он идеально чистый. Я не вижу ни пальцев, ни пыли. Давайте, пока пыли никакой нету, быстренько стыканем. Тач. Рамкой. Тач у нас уже с клеем, со скотчем, судя по всему, с таким же, который был. Так. Не люблю я 10-дюймовые планшеты клеить, потому что достаточно неудобно центровать получается. Так, шлейфик пролез, пролез шлейфик. И теперь нам надо это все тело центрануть. Центровать будем по углам. Так, сейчас я в руки возьму, чтобы было удобнее. Чтобы ничего у нас не склеилось лишний раз. Так, верхний угол есть. Это не показываю. Вот так вот. И теперь у нас внизу углы. Так, скотч у нас. Подлип. Так, все. В принципе, стыканули. Здесь углы тоже сошлись. Здесь углы сошлись. И здесь углы сошлись. Так, мне нравится. Давайте. Так, у нас тут так беспорядочно болтается аккумулятор. Это прям ужас. Надо его приклеить. Иначе он у нас куда-нибудь свалит. Взял я двухсторонний скотч и клеим аккумулятор. Сразу возвращаем плату в исходное положение, как она была. Не забываем про шлейфик камеры, который здесь на шлейфе. Здесь даже на шлейфе разъем под наушники, что меня прям вообще шокирует с Дигмой. Дигма и разъем для наушников, который на шлейфе, это что-то несовместимое. Антенки я уже приклеил, вставляем шлейф тача, вставляем шлейф дисплея.
Так. Который не хочет вставляться почему-то. Так, все влез. Закрываем коннектор. Так, возвращаем на место свою родную вспышку, которая куда-то пытается свалить постоянно. Так, берем. У нас тут есть такой скотч типичный. Подклеиваем шлейфик. Здесь. С этой же пьесы, так, аккумулятор вернись на место. Ты же приклеенный. Так, здесь у нас все хорошо. Все стало на свои места. Вот здесь мы тоже подклеиваем. И теперь можно проверять. Так вот, в один, можно сказать, дубль сняли. Естественно, не в один. Но и недолго мы снимали. Так, у нас тут. Я вот. А, вот все попало. Вот лучше бы и не делали на шлейфе разъем под наушники. Сделали бы как обычно. Было бы намного лучше. Так, пленочку я снимать это не буду. Сейчас уголки все подклеились. Там еще одна пленка, я вижу, наклеена. Так, все, планшет запустился. Давайте маленько наверх. Тач отзывается. Еще раз на отрыв. Ничего не отрывается. Красота, планшет работает. Сейчас его подскидаю, отзвонюсь клиентам и отдам его. Деньги за ремонт я уже получил, так что в этот раз мне шиш. Вам спасибо за просмотр. С вами был Руслан, канал «Китаец отличился». Ссылки для вас все в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте и подписывайтесь. Там же есть колокольчик, на него кликаем. Подписываемся на все обновления, чтобы ничего не пропускать. Очень редко выпускаю видео, очень сильно занят. Ох-ох-ох, даже звук не противный. Что прям не свойственно для Дигмы. Вот такой был у нас маленько длинноватый, наверное, ролик. Все, до новых встреч, пока-пока.